Перешли экватор. Строительная готовность детского сада в поселке Пролетарский почти 55%. Накануне ход капитального ремонта, который проводится по президентской программе, проверил глава Серпухова Сергей Никитенко. Работа идет в графике. Сейчас на объекте задействовано более 50 человек. Монтаж подвесного потолка, второй этаж. Оба крыла, потом укладка плитка, пол пищеблока, копка, подготовка опалубки под аварийные выходы со всего здания. Вода 100%, канализация 100%, кровля 100% готовность. Продолжается монтаж инженерных систем. Вода и канализация уже подведены. Параллельно рабочие утепляют фасад. Далее подрядчик приступит к отделочным работам. Установит современное оборудование и мебель для кабинетов. Полностью обновится пищеблок. В рамках капитального ремонта также благоустроит прилегающую к детскому саду территорию. Заменит ограждение и асфальтовое покрытие. Работы планируется завершить до 1 сентября.